Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас Каркарыч и Серега. Пацанчики, поздоровайтесь! Всем привет! Привет! Сегодня у нас очень классная рубрика «Какой аниматроник само медленно бегает?». Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Надеюсь, вам понравится, вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И пишите свои идеи в комментариях, мы будем, конечно же, записывать то, что вы пишете. Вот этот челик выиграет по-любому, потому что он это с шифтом. И мы будем выбирать победителя, который бегает именно с шифтом. А если без шифта? А, у него разницы вообще никакой нет. Быстрый, быстрый по сравнению с тобой. Давайте будем быстро чекать. Очень много у нас аниматроников. Мы сейчас найдем. Я знаю, с какой еще части будет... Вот, это тоже реально медленный. Вот этот, быстрый. Вот этот, да, нормальный. Шустрый засранец. А это шустрая засранец. Вообще, очень шустрая. Вот, Серега, кстати, в этом пилпаке есть реально медленный аниматроник. Сейчас я его тебе покажу. Где-то он тут есть. Это жесть, сколько мы их накачали. 1 000 000 штук, что ли? Ого, головешка. Ой. Может, с... А, ну с контролом это ж не бег. О, с гитарухой. А, мы сейчас дойдем до кошмарных. Там есть медленное. Так, вылази. Ой-ой-ой, он очень быстрый. Вылази. Реально очень шустрые все. Да-да-да, не-не, есть тут реально. Они по-разному бегают. Не, Серега, скорость у всех разная. Я вылажу, да, там? Вот так видно. Ну, вылазь, морда. О, так. Вылез. Я смотрю. Вылезла. Чика, прикольно. Да не, ну быстро. О, побежала, побежала. Ну, пашет нормально. Смотри, как Фокси вылазит, прикольно. Чпоньк. Ну, Фокси всегда быстрый. Всегда он был очень шустрым. Так, это будет расшатываться. Серега, ты заметил, что обновили текстурки? Теперь вообще намного круто смотрится. Да, есть такое. Более блестяшек добавили, что ли? Дискотека! Шустрый, так прикольно бегает. Ну, этот по-любому будет тоже быстрый. А, не, хотя это какой-то... А, это эндоскелет? А, нет, это... Это манглиха. Ну да. Полу-непонятная. Оп, Майкл Джексон Марионетка. Ролит. Ну да, она тоже очень шустрая. Вот этот, возможно, медленный. Да нет. А нет. Опа, Голден Фредди прибежал. О. О, Серега, смотри, а ну давай, это то, а ты с шифтом. Ребята, еще да, один претендент на самого медленного аниматроника. Все-таки мы нашли. Более медленного, медленнее, чем этот. Но все-таки может... как старый дед, знаешь, это ходишь. А представь, сейчас еще медленнее есть. Да. Ну, смотри, тоже прикольно медленно бегает. Ну, а с шариком? Серега, вот с шариком и с шифтом. А ну давай рядышком встаем. Стой, стой, стой. Раз. До стенки. О, два до стенки. Давай, я могу тэпэхнуться. Не могу тэпэхнуться. Могу зато быстрее тебя бегать. Так, давай. От стены до стены. Бежим до самого конца, да? Да. Раз, два, три. Не, я быстрее, по-моему. Да ладно! Балун Бой медленнее оказался. Да, ты обгоняешь меня. Не отпускай, не отпускай. Это у нас очень сложные гонки. А без шифта? А, у меня тоже шифт как бы не работает. Блин, все Серега. По чистоку. Да, круто. Балун Бой пока мисс побеждает. Так, теперь ты его бери, а я буду других сравнивать с ним. Потому что он реально очень... Не знаю, за него играть я больше никогда в жизни не буду. Потому что такой медлительный кусок говна. Давай. Да вылази, говнище. А, это просто говняная шкатулка. Очень быстрая. Да, это тоже очень быстрый. Быстрый. Ого. О, смотри, Серега. А я иду, иду. Да, я обгоняю тебя. А если... А у меня есть другой... А, это же быстрый режим, а это медленный режим. А ну стой, верни мои чоколадки. Так, давай, Серега, дальше будем тестить. Все-таки мы наш... А вот это... О, кстати, тоже медленная.
Не, ну она быстрее. Да, я тебя обгоняю на изично вообще. Во! Приближаюсь, тоже, тоже. Ну, немного помедленнее, но она побыстрее. А я иду Сережку обгонять. Сегодня песенки пою, настроение классное. Так, очень быстрый. Ой. О. Да я пошутил, то я без шифта нажимал. Так. И вот это чилипиздрик. Погнали дальше. О, кстати, тут тоже медленные есть. Чика. Встаем, встаем. О, эндоскелет. Но он быстро будет бегать. Ну да. Чилипиздрик быстрый очень. Ну, про Фокси вообще. О, да что со мной? Че меня током бьет? Серега, смотри. А, не, быстро хожу. Это я думал, что я так медленно. Я тоже так могу. Да, быстро бегает. Да хватит дюдюдюнкать. Быстро бегает. А вот этот Фредька еще быстрее. Быстро. О! О! Мне нравится! Меня даже кекс обгоняет. Даже бездог какой-то чилипиздрик тебя обгоняет. А так далеко очень, нет, так неинтересно. Давай, иди сюда. Вот ты-то я мочу, нормально бегает. Анимация у всех разная. То есть какой-то Фокси реально медленный среди всех, кого я играл. Так, это робот с Fallout. Это будет быстрая по любасу. Ты что, она психичка? Я ж помню, она была одна из победительниц самых быстрых. Обезбашенная, точно. Грэнни мы не проверять не будем. А я тарахчу. И головой верчу. Обгоняю тебя наизично. Во, Серега. О! Я не понимаю. Давай, короче, возле тебя сейчас встану, давай. Раз, два, три. Одинаково, по-моему. Да, одинаково, Димас. Да ладно, серьезно? Мне кажется, ты меня обгоняешь чуть-чуть. Сверху глянь. Да я боком как-то иду, когда сверху смотрю. Что такое? Как это за богости? Серега, мне кажется, одинаково? Да. Не обгоняешь? Не, да, одинаково. Хорошо. А, это психичка. О, это безбашенная. Прикольная анимация. Ездение на роликах. О! О! Как это анимация странная. Давай. Раз, два, три. Нет, ты прыгаешь, ты быстрее видно. Намного быстрее. Аж на шкатулке сзади какая-то штуковина там отходит. Это быстрая. Скраб бэйби. Стерлинг бэйби. Ооо. Ладно, я пошутил. Не-не-не-не-не. Нормально ломанулся. Так. Давай, давай. Серега, смотри. Это именно... Не, ну я намного быстрее хожу, чем ты, по-любому. Вот этот аниматроник выиграл, потому что он не может ходить. И получается он самый медленный. Ого, псих. Так. Быстрее, да, тебя? Ну-ка, shift. Так. Быстрый, быстрый. Это один и тот же, да. Так, FNAF 6. Во, кстати, а, нет, это быстрый. Ля-ля-ля-ля-ля, чилипиздрик я. Иду. Ого, Серега! Чё за баг? Ух ты, ё-моё. Вот это у него анимация ног круто сделана. Психичка. Маракасами парахтим. Это не то. Да-да-да. О. Ну я быстро хожу. На одну ногу так прикольно опирается. Пропустил. Тоже очень быстрый. Балунбо, мне кажется, побеждает. Походу, да. Да, а этот бежит на работу в пиццерию сюда. О!
Нет, тоже реально быстрый. Это психичка тоже. Кстати, извинили, текстуры более детализированно еще лучше стало. Шустрый, шустрый. Да. Слендера не считаем. Это тоже быстрый здесь. Знаете, почему проверяю всех? Потому что, может, я забуду какие-то, или бывает обновили, и все, и она уже медленно ходит, или он, или оно. Эндоскелет. Реально быстрый. Балунбой пока мисс побеждает. Ну и яйцо какое-то, да, вот то? В животе. Да, ты яичный яйцо. Живот. Тут тоже быстрое. Очень быстрые крячки. Нереально быстрые. Прикольно. Во, вот этот вот, мне кажется, будет медленный. Или, не, я быстро. Чего ты смеешься? Я же быстро хожу, да? Карапуз даже быстрее меня. Это прикольно. Быстрый. Ой, ну это уже однозначно. Реально быстрый. Вот все из этого пака быстрые. Все, да? Хорошо. Да. Серега вейпит, я слышу. Не вейплю, а парю. Так, ну что, ребят, мы посмотрели всех аниматроников. И мне показался, и вообще на самом деле так и есть, Балунбой победил. Он оказывается самым медленным аниматроником. Ну и вместе с яйцом, потому что у них все наравне. Ну а напишите в комментариях, какой вообще аниматроник вам больше всех понравился. И я, друзья, что уж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!